В Лос-Анджелесе сегодня объявили лауреатов престижной кинопремии «Золотой глобус», ее еще называют репетицией «Оскара». Лучшей картиной года стала драма «Лунный свет». В ней рассказывается о взрослении темнокожего подростка из неблагополучной семьи. Главного приза за исполнение мужской роли удостоился американец Кейси Аффлек за работу в картине «Манчестер у моря», а за женскую француженка Изабель Юпер, сыгравшая в фильме Пола Верховена «Она». Эта лента также получила статуэтку как лучший иностранный фильм. Но триумфатором церемонии можно смело назвать мюзикл «La La Land». Он был номинирован в 7 категориях, больше, чем любой другой в этом году, и победил во всех. Райан Гослинг и Эмма Стоун, исполнившие главных героев, были признаны лучшими комедийными актерами, а Дэмиен Шазел получил сразу 2 статуэтки как режиссер и сценарист. А еще 2 глобуса достались за музыку и песни.